Не хотим по-хорошему, сделаем по закону. Администрация города начала массовый демонтаж рекламных конструкций. Все они принадлежат компании, к которой у власти есть претензии. В данный момент происходит демонтаж рекламного щита 3х6 компании рекламной сети Подмосковья. Администрация разорвала договор с данной организацией за неуплату. Собственникам конструкции было выписано предписание, вручено на добровольный демонтаж. Предписание собственник не исполнил, поэтому мы сектором в принудительном порядке демонтируем данную конструкцию. Всего в течение месяца рабочие демонтируют больше 30 щитов. Остальные 15 компаний, у которых закончился договор с администрацией города, уже начали сами добросовестно убирать рекламу. Теперь на месте металлоконструкции вырастут медиаэкраны. Возводить их будут фирмы, выигравшие новый аукцион на установку билбордов.